Находите себя красивее большинства людей и своего окружения. Честно? Да. А ведь бывает, что красивые женщины на самом деле вот не осознают своей красоты. Нет? Жень, я на самом деле, ты знаешь, ты не поверишь, но мне даже казалось, что я некрасива, особенно когда я бросила спорт, и вот все произошло, такие большие перемены. Я долго работала над этим с психологом, и мне психолог поднимал самооценку. Сейчас психолог важно. Аня Семенович не нужен, потому что она... Я закончу тем, с чего начал, потому что она секс-символ, она красивая, и все это знают. А то, что она умная, тоже знают все, кто смотрит спасибо. Нашу передачу. Спасибо. 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 Спасибо папе с мамой. Спасибо, обычно очень я говорю. Приятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».